Пищевая промышленность в Жамбылской области активно развивается. В городе открывается все больше заведений общепита, кафе и столовых. О качестве пищевой продукции, чистоте рабочих мест и многом другом смотрите далее. Для большого количества посетителей важно, чтобы еда была хорошего качества и по доступной цене. Очевидно, что в городе достаточно мест любой ценовой категории. Наша съемочная группа посетила одно из популярных кафе в Таразе с большим количеством блюд. Вся наша продукция качественная, свежая, халяль. Цены тоже очень доступные. В среднем такие заведения посещают 200 человек в день. Давайте уже узнаем у посетителей, что они думают о кафе, его блюдах и ценах. Часто посещаем кафе. Сегодня вот празднуем радостное событие. Блюда очень вкусные, нам нравятся. Часто приходим с детьми. Место очень хорошее в нашем городе. Собираемся здесь с друзьями и семьей. Такое количество кафе и ресторанов говорит о высоком спросе среди населения, а рост качества продукции увеличит количество посетителей и поможет развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Мадияр Салыков, Галымжан Исимбаев, Айкын Акпарат.